К другим темам. Без документов на разлив сотрудники полиции вместе с активистами общественного движения «Народный контроль» закрыли еще один бар на улице Советской Армии и изъяли 15 литров алкоголя. В ходе проверки выяснилось, что заведение работало без лицензии и соответствующих сертификатов на продукцию. В отношении предпринимателя были составлены протоколы об административных правонарушениях. Составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.16 и частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, находящиеся в незаконном обороте алкогольной продукции, изъятой из оборота. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции. Работники правоохранительных органов напоминают, обо всех фактах незаконной реализации алкогольной продукции необходимо сообщать по телефону доверия или через мобильное приложение. Также можно связаться с ближайшим подразделением полиции.